Здравствуйте, мастер. Я по поводу белой дамы. О, я уж надеяться перестала. Только это мое объявление висит, все выгорело. Похоже, это ваша белая дама полуденница. Значит, о боги, бедная Люся. Это Люся замуж собиралась, так? Да. Родители пообещали ее кузнецу из города. Состоятельный он был, это правда. Да только старше, чем эльфские руины. Люся прямо из-под венца в эти поля сбежала. И перерезала себе вены серебряным ножичком, который ей подарили на обручение. Подождите-ка, я вам покажу. Родители Люси не продать его, ни в могилу положить не решились. Попросили, чтобы я у себя сохранила. Мне нужны какие-нибудь личные вещи Люси, чтобы выманить ее и изгнать. Так что стилет как раз бы пригодился. Возьмите. Только убейте Люсю так, чтобы она уж больше не страдала. Но на сумерки-то полуденница не выйдет. Зовет. Жопу-то, дождь седая.
Здравствуйте, мастер. Все разрешилось. Можете возвращаться на поля. Спасибо. Вот ваши деньги. И пусть вам в жизни посчастливится. А у меня на обед рассольничек. Здорово!